Где-то месяца три назад ITH Capital, это один из московских венчурных фондов, он проинвестировал тоже в онлайн за доставку еды. Скажите, вы смотрели вот этот проект и в чем его отличие? Почему вот именно инвесторы в какой-то московский проект проинвестировали? И, ну, то есть, собственно говоря, они нашли какую-то точку роста или нет? Значит, мы видели этот проект. Это именно классический агрегатор, просто лидогенератор. Причем он работает уже на четко поставленной инфраструктуре. И в этом... Структура доставки была? Нет, у этого проекта нет. То есть, грубо говоря, они подключают заведение, кто решил свою проблему доставки как-то сам. Просто в разрезе того, что это Москва, да, а не Екатеринбург, служб доставки там гораздо больше. Понятно. Все. Хорошо, спасибо.